Здравствуйте, дорогие девушки! Сегодня у нас очередной выпуск «Хочу быть стервой». И сегодня мы поговорим о следующем пункте. Это какой мужчина нам нужен? Настоящая женщина, которая знает, чего хочет, она должна знать, какой мужчина должен быть рядом с ней. К сожалению, милые девочки, если мы не определимся с вами, какой мужчина должен быть с нами, то с нами всегда будет не пойми что. Поэтому каждая из нас должна взять листик и записать себе, какой мужчина должен быть рядом с ней, какого хочет она видеть. Потому что для всех настоящий мужчина это разное. Кто-то хочет себе такого вот, знаете, добытчика, как когда-то давным-давно брали девчонку за волосы, там не слушали ее мнение, решали все проблемы сами. Есть такие мужчины, да, и женщины бывают, хоть я не хочу ничего решать, я хочу, чтобы это был мужчина. Так определите себе, что вы хотите именно такого мужчины. Дальше пункт, там, вот, допустим, он должен там зарабатывать, да, хорошо. Вот кто-то, например, вообще не обращает внимания там ни на внешность, как он должен выглядеть, да, там, ни на какие-то вещи. Главное, чтобы зарабатывал, сколько, не на возраст, сколько ему лет, а главное, чтобы он много зарабатывал, да. Это тоже пометьте пункт, это тоже очень важная вещь. Еще раз повторюсь, что очень важно знать, кто вам нужен. Если вы хотите чуткого, заботливого мужчину и так далее, да, все вы это должны определить. И я скажу, что в моем понимании настоящий мужчина, потому что я думаю, что для многих женщин это такой идеал. Но я скажу вам, что такие мужчины есть. Такие мужчины есть, их немного, они есть, и самое интересное, что могу вам сказать, что любой мужчина может стать им. Главное, чтобы рядом оказалась правильная женщина. Что для меня настоящий мужчина? Это тот мужчина, который не доказывает своей женщине, что он мужик и бьет себе в грудь. Для меня настоящий мужчина, в первую очередь, мужчина заботливый, внимательный, чувственный. Он должен чувствовать твое настроение, чувствовать, что тебе хотелось бы, что тебе не хотелось бы. Настоящий мужчина должен зарабатывать деньги. Обязательно. Он должен содержать семью. Потому что когда-нибудь мы сядем с вами, девочки, дома, милые мои, с ребеночком, и кто-то должен о нас позаботиться. Но это не самое главное. Помните, что мы должны быть независимыми. И все же это одна из самых важных вещей для мужчин. Хотя, в принципе, если женщина зарабатывает деньги, а мужчина может исполнять другие функции, такая модель тоже приемлема, но я считаю, что это некая деградация, потому что мужчина все-таки должен зарабатывать деньги, он должен быть добытчиком, он должен чувствовать себя мужчиной. Одна очень важная вещь есть, что для меня настоящий мужчина – это тот, кто не боится показать свои слабости. Это сильный мужчина. Лично для меня мой мужчина должен меня любить, заботиться обо мне, быть внимательным ко мне, зарабатывать деньги. Должен быть с хорошим чувством юмора, мне должно быть с ним весело. При этом этот мужчина должен быть достаточно эмоциональным. Потому что, конечно, идеальные отношения, когда все мужчина делает для тебя, цветы, подарки, все дела, это, конечно, хорошо. Но должен быть какой-то диссонанс в отношениях, мне так кажется. Всем, конечно, по-разному, может быть, кто-то хочет спокойные такие вот отношения, все дела. Но мне кажется, что вот чувства, они должны немножечко эмоционально вот так вот, знаете, расшатываться так немножечко. Все должно быть в меру. А мужчина чувственный, он это почувствует. Ну, в принципе, женщина тоже может этими вещами как бы варьировать, да. Опять, идеальный мужчина для меня – это тот, кто, грубо говоря, боготворит свою женщину. Но при этом с ним не может быть та женщина, которую он будет боготворить, она не может быть не богиней в таком случае. Она действительно должна быть красавица, умница и достойная девушка, которую бы он все время боялся потерять. И для этого нужно будет приложить массу усилий. И мужчины тоже не глупые, поэтому если он просто влюбился в тебя без потери и со временем ты покажешь ему свое истинное лицо, конечно же, этим мы его не удержим. Поэтому нам всегда нужно стараться вести себя достойно на протяжении всех отношений. Немаловажная вещь. Мужчина должен развиваться, так же, как и мы.
должен стремиться к самопознанию, может быть, к познанию всего мира, должен интересоваться чем-то. Может быть, у вас должны быть одинаковые хобби, может быть, вы хотите, чтобы у него было какое-то интересное хобби. Обязательно нужно понимать, какие приоритеты у него должны быть. Семья, работа, там, или, может быть, еще что-то там. И как вы хотите, чтобы у него было. В общем, после того, как мы обрисовали себе, какой мужчина с нами должен быть, то внешность, всякие достатки, там, саморазвитие, все дела, все записали по пунктам. Мы это, соответственно, внутри как-то себя пытаемся это впитать, чтобы мы прям уже знали, какой, мы должны его нарисовать, мы должны его видеть, он обязательно к нам придет. Но пока он к нам придет, к нам могут по пути приходить не тот, кто нужен, и мы должны это иметь в виду. Не нужно надолго застревать с теми мужчинами, которые не ваши. Если вдруг вы видите, что идет все не туда, да? По этим моментам вы должны знать себе тоже, что вы должны с мужчиной рядом чувствовать. Вы должны чувствовать уверенность, какую-то защищенность, да? Уверенность в завтрашнем дне. Нужно понять, что ты хочешь чувствовать рядом с ним, кем ты хочешь быть для него, и он для тебя. Чтобы он был для тебя отцом, братом, другом, любовником. Или понять, кем ты хочешь быть для него, королевой, которой он восхищается. Или дочкой, или подругой, или матерью хочешь быть, заботиться о ком-то. Бывают у женщин материнские инстинкты, и они уже прям хотят о ком-то заботиться. Находят себе маленьких мальчиков, которых воспитывают. После того, как ты определила, какой для тебя должен быть мужчина, следующий момент, который ты должна замечать, что ты чувствуешь рядом и что ты хочешь чувствовать рядом с ним. Это будет тебе ориентиром, тот ли мужчина рядом с тобой. Ты хочешь чувствовать себя рядом с ним защищенной, или хочешь быть все время на иголках, да, или хочешь быть уверенной в завтрашнем дне. Обязательно этот момент и вот раз в неделю, может быть, да, себе задавай, ну, или как захочешь, задавай себе вопрос, что я чувствую рядом с ним, устраивает ли это мне. И всегда помни, что в любой момент ты можешь все изменить. В любой момент ты можешь начать жить так, как тебе хочется. Потому что твоя жизнь только в твоих руках. И только ты решаешь, кто и что в ней будет. И если этот мужчина все еще рядом с тобой, значит, тебя все устраивает. Таким образом, ты даже можешь что-то о себе интересное узнать, потому что я знаю много примеров, которые говорят, он меня бьет, он меня обижает, он такой сякой, и все еще продолжает с ним жить и признаваться в любви, и все хорошо. Ну, я просто делаю вид, что эту девушку все устраивает. Именно такой формат отношений ей и нужен. Потому что я считаю, что все в наших руках. Итак, данный пункт у нас завершен. Мы должны определить, какой мужчина должен быть с нами, как мы хотим его видеть, что у него должно быть, как он должен выглядеть, что мы должны рядом чувствовать. И помнить, что всегда мы все можем изменить, если что-то пойдет не так. Ждите следующего выпуска. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Обязательно пишите в комментариях, если у вас появились какие-то вопросы. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Все самое интересное здесь. Пусть мужчины бросаются к вашим ногам.